Осень стремительно набирает ход, а значит и декабрь не с горами. Стало быть, пора обновить свой зимний гардероб. Это можно сделать, посетив норвежскую выставку, на которой предлагается большой выбор качественных курток, пальто, шуб и дубленок с большими скидками. В преддверии зимы у жителей Тверской области есть уникальная возможность приобрести зимние куртки, норковые шубы, дубленки норвежского производителя высокого качества и по выгодной цене. Широкий ассортимент верхней одежды для мужчин и женщин представлен на норвежской выставке. Норвежская компания верхней одежды Bjørn Larsen официально объявила о своем уходе с российского рынка. Хранить им свой товар на российских складах очень дорого. Вывозить в страны производителя это невозможно. Поэтому запущена региональная программа «Распродать настоящее норвежское качество в 2, а то и в 3 раза дешевле официального сайта и магазина». Таких цен больше не будет никогда. Единственный минус, что с каждым днем ассортимент сужается, его становится все меньше и меньше. Если не купить сейчас, потом его просто не будет. Теплые и легкие, а главное, износостойкие куртки прослужат не один год. Они соответствуют всем требованиям покупателей. У меня очень высокие требования к зимним изделиям. На норвежской выставке очень прекрасные изделия, водоотталкивающие для наших зим, просто идеально. Она очень теплая, очень красивая и очень стильная. И самое главное, сейчас еще не сезон, и куртка обошлась мне в 3 раза дешевле, чем если бы я ее купила зимой. Помимо очень выгодных цен, покупателей привлекают традиционное скандинавское качество, безупречное сочетание традиционных и современных высокотехнологичных материалов. Климат-контроль здесь есть, то есть в ней никогда не жарко и никогда не холодно, она не продувается. Я смогла приобрести это изделие в 3 раза дешевле, чем в других брендовых магазинах. В Твери норвежская выставка работает в ТРЦ «Рио» с 26 сентября по 1 октября с 10 утра и до 9 вечера. В Торжке с 27 сентября по 1 октября в ТЦ «Ильинский двор» с 10 и до 20.00. В Осташкове норвежскую верхнюю одежду можно приобрести также с 27 сентября по 1 октября на Ленинском проспекте 148 в ТЦ «Престиж». Время работы с 10 утра и до 8 вечера.